руки в стороны. И не путайтесь с трицепсом, когда мы делаем. Что сейчас прошу от вас я? Вот гантельки, и мои ручки чуть-чуть просто согнуты, увели назад, вперед. Вот это движение. А трицепс — это когда мы держим и работаем только предплечье. Ага. То есть у нас сейчас работает полностью плечевой пояс. Хорошо? Именно плечо. Назад и к себе. Готовы? С трицепсом мы еще поработаем. Хорошо. Готовы? Yeah.